Всем привет, ребята, это Греха 317, извините за плохой звук, я просто еду в поезде. Перед началом этого ролика подпишись на канал и поставь лайк. Всем еще раз привет, это Греха 317, и сегодня мы будем записывать новый ролик «Спуск с трамплина». Первая машина у нас будет «Смарк», посмотрим, насколько он разобьется. Давайте, раз, два, три. Блин, у меня разгоняется, как чуть-чуть в ель. Ребят, подпрыгиваем. О-моё. Нормально мы его сфигачили. И, судя по всему, мы больше поворачивать уже не можем. Да. Поворачивать мы уже все. Вот, как видите. Все мы не можем. Ну, мы идем к следующей тачке. Следующая тачка у нас вот такая вот красоточка «Жигули». Так, давайте ее затестим. Слушай, ну довольно-таки быстрая вообще тачка. Давайте попрыгиваем. И мы приземляемся по всему на крышу. Ну да, хотя в принципе мы ее не так уж и сильно поломали. Особо не поломали, да, согласен. Мы тут застряли. О май гад, моя красоточка Лада Приора. Ты мое сердце вместо мотора. Давайте газовать. В принципе, да, Лады развод неплохой. И мы приземляемся на крышу. Тут мы помяли боковуху. Ну да, нормально мы ее, конечно, засадили сзади. Но так в целом тачка целая. Все отлично. Что ж, давайте переходите к следующей машине. Вот такой у нас Dodge Charger. Давайте уже газовать. Вы знаете, ребята, не такой уж умеренность. Я его сегодня прокачиваю, но мне это не нужно прокачивать. Я и так чисто купил дороговый, ой. Блин, в целом целая тачка. Ё-моё, что не скажешь про наш сад. Да, разбили тачку, нормально так. Ну, переходим к следующей. Оу, красоточка моя. Subaru Impreza. Мне из всех этих тачек, если честно, мне нравится больше всего Subaru Impreza. Не знаю, почему-то она мне очень нравится. И, ребят, она у нас целая. Она у нас целая, ребят. Она у нас целая, самая железная, ребят. Смотрите, нормально едет, ничего не поломали. Но мы все равно переходим к следующей тачке. Следующая тачка у нас Skyline с винилом. Что ж, давайте, погнали. Разгончик, подлетаем и разбиваем. Блин. Ну да, так себе тачка. Ну, мы переходим к следующей. Во, вроде как у меня тачка чит сломана, я не знаю, что он сработает. Нет, у нас не срабатывает. Да, чит у нас не работает, ну ладно, давайте так понять. Блин, ребята, я вообще не успела разогнаться, она просто влетела в забор. Ну, помяли мы ее, конечно, не так уж и сильно, поэтому, в принципе, тачка живая. Мы переходим к следующей. Надеюсь, по салону вы уже догадались, что это за тачка. Да, ребята, это BMW i8. Мы подлетаем. И сейчас посмотрим, разбили, не разбили. Ну, вроде как, не очень так уж мы ее и поцарапали. Царапали, не разбили, все, тачка целая. Переходим к следующей тачке. Вот это по-настоящему зверь.
вашему вниманию Lamborghini Urus, который очень быстро, 130 км в час, неплохо. И он тоже не сломался так, как Subaru Impreza. В общем-то, да, на нем повреждений нету. Мы переходим к следующей тачке. И последняя тачка Lamborghini. Тоже Lamborghini. И приземляемся. Ой, ё-моё. Да, на переднюю часть мы, конечно, нормально так разбили. Поворачивать мы вроде как можем. Ребят, если вы думаете, что это последняя тачка, в ролике, да, на последнее, но у меня есть еще очень много тачек. У меня их около сотни. Смотрите, вот, ребят, вот от Smart, вот это вот все, это все мои тачки. Причем, ребят, я их получил без доната. То есть я просто их покупал на рынке. И так вот до F1. Ну что ж, ребят, если вам понравилось это видео, вы уже поставили лайк и подписались на мой канал. А с вами был Янис, Гриха 317. Всем пока-пока.